нарушений в атаке сейчас. Что очень интересно, команда сборной Японии прилетела в Якутск очень компактным составом. Только 13 футболистов. 11 у нас сейчас бегает на поле, и в запасе у них всего лишь 2 игрока. Но зато у них сразу 3 тренера, да, и 3 менеджера команды, руководители, представители команды. Достаточно серьезно подошли к данному турниру. 13 лучших игроков и такая внушительная, да, делегация. Ну, не зря, да, работает и тренер, и руководители команды. Мы видим, да, как играет команда Японии. В будущем, думаю, что, возможно, мы услышим, да, имена этих ребят на больших турнирах, о которых мы постоянно смотрим за командой Японии. Может быть, парень, который забил 3 мяча на нашем турнире, в будущем станет звездой японского футбола, Тоя Накамура. Запомним его имя. Да, вполне возможно, что в ближайшем будущем его фамилию будем, после забитого мяча будем озвучивать не мы, а комментаторы, которые работают на чемпионатах мира и тому подобных больших футбольных первенств. Очередная атака японцев. И еще удар. Один удар выше ворот. Опять же, Тоя Накамура, да, пробивал. Ну, пожалуй, самый видный футболист этого матча. Постоянно он работает. Естественно, участвует во всех атакующих действиях своей команды. Ну и вот время от времени, видимо, он удивляет нас и зрителей вот своими такими удачными действиями. Восемь минут до конца встречи. И будет Якутия пытаться, но тут еще одна ошибка. И на рандеву практически выходил. Вратарь здорово сейчас играл, но 7-й гол. Вот это да. И еще один мяч свой актив записала Тоя, да, Накамура. Это уже покер, да, 4-й мяч Тоя Накамуры. Дважды, да, он сыграл, по-моему. А, нет. Все голы с игры, вот, кроме 4-го, когда он забил после отскока. Смотрим сейчас, да, вот. Здесь пробил 34-й номер. Сакашита Кейга. И после и вот его удара. Как, да? И не просто было, кстати, он практически, что называется, выковыривал, да, этот мяч из-под себя. Как здорово справился с этим Тоя Накамура. Очень хладнокровный парень, действительно мастеровитый, нападающий настоящий. 4 гола. И 7-0 сейчас встреча. Да. Залетели в наши ворота 7 мячей, как и в матче японцев против Дальневосточного федерального округа. Ну и мы будем надеяться и ждать, что, как и российской команде из Дальневосточного федерального округа, якутянам удастся все-таки распечатать ворота Хирои Камагавы, который вот на ваших экранах. Вот мы видим, как они перепасовываются с вратарем. Ну вот мы видим, японцы владеют мячом на своей половине поля. Уверенно контролируют мяч. И вот еще одна атака опасная разворачивается у нас. И тут падение. Звучит свисток. Штрафной, да? Очень опасная
Желтая карточка, видимо. Нет, не стал, да, наказывать игрока, но вот хорошая возможность для того, чтобы еще один гол, да, соорудить. Вот 34-й номер. Сакаши такие года выбегал. Ну и наш футболист придерживал его рукой, помогал себе рукой. Ну, очень опасная дистанция. Два футболиста сборной Японии у мяча. Казуки Фунато, 31-й, да? Или, нет, 33-й. Хома Йохей. Да. И рядом с ним стоит, если я не ошибаюсь, Сакашита Кейго. Из четырех человек Стенка. Нет, один от... А, нет, не отошел все-таки, просто судья просит немного. Ну, практически по центру стоит мяч. И да, можно и в правый, и в левый угол сейчас пробить. Как посмотрим. Говорится, на выбор. Да, и в правый угол. Здорово разыграли. Вот здорово, как сыграл сейчас, да, наш вратарь. Не стал дергаться, ждал удара и среагировал здорово на этот удар. Там вроде закрывали его обзор. И Стенка, да, закрывала. Ну, здорово сейчас отреагировал. Юйо Накамура исполнял этот удар. И меньше 4 минут до конца основного времени. На 80-й минуте будет добавленное время. И уже... Да, сейчас с углового чуть нет, не забили, да, японцы. Вот выбил мяч защитник. Аут. Тут маленькую профилактическую беседу провел арбитр с японским футболистом. Японцы вбрасывают мяч. Ну тут, да, не действовал Накамура Тоя, так как располагался он в положении вне игры в момент паса. Здорово, конечно, шла эта передача. Ну вот, к сожалению, Даниэль Шафнер выбил мяч за пределы поля. Замена в составе команды сборной Японии. На поле у нас выйдет Ямамото Минори. И заменит он Тою Накамуру, да. Героя нашей встречи. 32 номера, автора 4 мячей сборной команды Японии. И, конечно, да, ему дадут чуть пораньше выйти с поля, отдохнуть. Если бы здесь были болельщики сборной Японии, то, наверное, он заслужил бы порцию своих аплодисментов, да? Под гром овации бы, скорее всего, даже ушел. Сыграл он великолепно в этом матче, действительно. То, что от него требовалось, он сделал, даже перевыполнил, наверное, свой план. Японцы вот как действуют. Растягивают игру. Да, настоящий большой футбол показывают японские мастера. Представители, видимо, очень сильной школы. Все ребята, да? И очень сыгранно выглядит команда. Да, отлично чувствуют друг друга. Вообще движение команды, перепасовка, все на высшем уровне. Да, действительно, и замен-то мы не видели, да, на протяжении матча. Хотя, как мы уже говорили, все свои задачи команда Японии уже выполнила. Они на первой строчке, теперь уже со 100% результатом. 4 матча, 4 победы. Вот как, да, красиво с мячом распоряжаются. Японские футболисты здесь
конечно, тут уверенно отбились японцы. Ну, закончилось у нас основное время. И главный арбитр добавил одну минуту. Ну, нет смысла действительно добавлять больше. Да. Да и остановок особенных не было. Ну, как бы и добавленное время, в общем, мало что может решить в этом матче. Поменять уж точно нет. Ну и вот концовку игры в атаках проводит сборная Японии. Чуть 8-й мяч не залетел в наши ворота. Да, это 33-й номер Хомах Йохей. Будет возможность? Нет, не смог. Сейчас отобрать мяч. И свисток. Звучит финальный свисток, который фиксирует... Да, победу, разгромную победу сборной команды Японии со счетом 7-0. И вот таким вот матчем завершается наш футбольный турнир на шестых играх Дети Азии. 7-0. И, как мы уже говорили, сейчас уже все... известны все призеры, победители нашего турнира. Японии со 100% результатом, с 12 очками в турнирной таблице возглавляет список, и золотые медали у сборной команды Японии. На второй строчке располагается команда Дальневосточного федерального округа. У них 6 очков, но по личным встречам они опережают Кыргызстан, который на третьей строчке, бронзовые медали у Кыргызстана. Ну и четвертое и пятое место у команд Сибирского федерального округа и Республики Саха Якутия. Вот мы смотрим повторы ярких моментов, голов, которые были забиты, к сожалению, не нашими футболистами, командой Японии. Вот очень красиво действительно провели этот матч спортсмены из страны восходящего солнца. Показали, скажем, мастер-класс настоящий дали нашим ребятам. Но я думаю, что для наших ребят это будет хороший урок. И ребята будут прогрессировать. Все ребята наши молодые. У всех, что называется, есть будущее. У всех будет шанс. И не один в своей спортивной карьере, да, чего-то добиться. Ну, не получилось на Детях Азии, получится где-нибудь на другом турнире. Может быть, даже на более престижном. Ну и на этом мы с вами, дорогие друзья, прощаемся. Всего хорошего. Смотрите спорт на каналах НВК Саха. Всего доброго.